Если в ее биороботе находятся чужеродные копии голограммы, они выходят и становятся рядом. Голограмм нет, но у нее маска на лице. Маска на лице. Отлично. Хорошо. Защищаемый физический биоробот с защитным потоком из чистых энергий Абсолюта. Берем Патрицию в защитный скафандр на время работы и вместе с тонкой копией Патриции поднимаемся в комнату диагностики. Мы на месте. Мы приветствуем Патрицию, интересуемся, готова ли она к диагностике, доверит ли она нам свое биополе на период сеанса. Она кивает. Отлично. Хорошо, Вера, у нее маска на лице, да? Не маска, как резиновая. Она ее сняла, сейчас в руке держит. А чья это маска? Отправляем маску в клетку, тюрьму. 1, 2, 3. Хорошо. И я даю команду на счет 3. Сканер начинает сканировать пространство над головой Патриции, под ногами. 360 градусов. Начинает сканировать все 7 тонких тел Патриции. Находит все. У нее рептилоид. Вот так вот. Рептилоид. Сколько у нас каналов? Первый рептилоид. Хорошо. Сканер закончил уже? Закончил, да. Хорошо. Итак, посмотри, сколько у нас каналов. Рептилоид у нее, инсектоид, инкуб и бес. 4 канала. Хорошо. И я даю команду, значит, 3. Загорается лампочка над ответственным за эту маску, которая находится в клетке тюрьмы. 1, 2, 3. Это рептилоида. Считай цифры над головой рептилоида. 326. И я даю команду, значит, 3. Выстраивается канал от рептилоида ко всем другим ответственным, подключенным к этому, к этому энергетическому каналу. 1, 2, 3. Выстраивается канал и притягиваю по этому каналу все ответственные, все, кто работает с рептилоидом. Все, никто, кто подключены, живет он здесь. Живет, это громко сказано. Потому что правильно говорить «жил», и вообще в понимании моем, так я не знаю, долго ли это у тебя продлится, рептилоид. Итак, сколько ты здесь жил в этом биополе? 15. 15 лет. На каком основании ты зашел? Зашел на энергии, понравились энергии. Просто так захотел и зашел, да? Ты контракт какой-то заключал? Кем ты предстал? Как ты вошел в ее биополе вообще? Он отвечает? Он наблюдал, но он показывает. Наблюдал за ее энергиями. Хорошо, что это за резиновая маска, которая находится в клетке? Какое она отношение имеет с проблемами с глазами? Включен я. К этой маске? Это, да. Какое на негативное патогенное влияние оказывает на глаза? Полностью синхронизированы со мной. То есть практически 15 лет проблемы с глазами – это твоя работа? Мне показывает внутренности, вот эти, внутри у глаза, розовая штука, как она называется, уголок такой. Вот он там синхронизирован с ней через вот эти рептилоидные. Но это не века, это вот маленькая штучка красная, розовая. Это та, которая в самом начале в уголке глаза. Вот там вот он сидит, да? Синхронизирован там, подключен. Синхронизировал. Человека постоянное воспаление в этих местах. У нее начало падать зрение благодаря твоим этим подключкам, рептилоид. Ты это все, в принципе, прокалькулировал. Ты понимаешь, что ты практически уничтожал человеческую душу. В том плане, что уничтожал сначала ее биоробот, доставляя ему максимальные боли. Он ей дал что-то за это. Что ты мог ей дать за это? Я по контракту, он говорит. Да. Хорошо, рептилоид, я понимаю, ты не понимаешь нормального языка. Когда тебе надо было выкинуть белый флаг и рассказать мне всю правду, ты начинаешь мне лгать. Хорошо, мы дождемся того момента, когда я вытащу все контракты и прочитаю, что в этом контракте, договоре стоит. Потом я спрошу Патрицию, знает ли она вообще об этом контракте. Я уверен, на 100% она скажет, понятия не имею. После этого я аннулирую контракт и спрошу Патрицию,
Что она хочет с тобой за это сделать? Если Патриция изъявит желание интерферента скинуть в галактическое ядро, то она это сделает. А я дам команду. Потому что ты здесь против всех законов мироздания. Ты нарушил все, что можно нарушить. С помощью договора. Хорошо. Он ей наобещал что-то. Понятно. Хорошо. Ладно, рептилоид. Не знаю. Надо будет спросить межгалактического у высших сил, в таких случаях следует наказание для таких паразитов. Драконы получают клеймо. Вот я не знаю, рептилоиды получают клеймо или метку. Надо будет уточнить сегодня. Хорошо. Так, и объявляю всем присутствующим сегодняшнюю программу. Вы все обнаружены. Сейчас начинается чистка, реверс энергии. Мы отдадим вам все темное, что вы дали Патриции. Заберем после этого у вас все светлые энергии. После этого я дам команду каждому интерференту выйти из клетки и вытащить все, что он оставил в биополе. После этого я провожу проверку 2 миллионами герц. Если кто-то, хоть малейший проводочек забудет в биополе, он сгорит по каналу 2 миллионами герц. Все, кто пройдут проверку, отпуск уходит первый раз на свою чистоту. Если второй раз я их после прочтения манифеста найду в этом биополе, они будут уничтожены. Всем понятно? Да, понятно всем. Хорошо. И переходим к процедуре реверса энергии. И я даю команду тонкой копии Патриции спроецировать все энергетические и сферические каналы ко всем ответственным подселенцам, ответственным за чужеродную, негативную и патогенную низковибрационную энергию в ее биополе. 1, 2, 3. Начали выстраиваться каналы. В сущности, каждый подходит к своему каналу. И я даю команду тонкой копии произвести отчуждение всей чужеродной, патогенной, низковибрационной энергии, откат всех негативных программ, негативных мыслеформ. Пошла энергия по каналам, чужеродная по отношению к Патриции. Энергия страха, энергия неуверенности, энергия всех болезней. Все, что она могла получить от них, возвращается к ним. Усиливаем потоки в 50 раз. Инзиктоид, как долго ты находился в этом биополе? 3 года. У тебя есть инкубатор в биополе в тонких телах? Низ живота. Низ живота. Так, инкуб, как долго ты находился в этом биополе? 1 год. 1 год. И наш... Понятно. Хорошо. Тебя бес привел? Да. Хорошо, бес. Считаю герцовку, Вера. 8. 8-герцовый бес. Бес, кто тебе здесь рад? Почему ты зашел? На грусть зашел. На грусть зашел. На плохие мысли зашел. А что, такие плохие мысли были, что аж ты зашел на них? Плохие мысли есть у каждого человека, но не всегда бесы к нему на каждую плохую мысль заходят. В каком направлении мысли? Какая энергетика в тебе сыграла, позвала? Депрессия. Депрессия. Итак, как долго ты находился в этом биополе, бес? Он говорит, что сейчас у многих депрессия. И мы пользуемся этим. Но я не говорю... Депрессия. Я не говорю о всех. Я говорю о тебе конкретно, бес, и говорю о Патриции. Давай все-таки как-то не быть абстрактными, потому что ты находишься сейчас в моей клетке-тюрьме и отвечаешь на мои вопросы не абстрактно, а по существу. Тебе это понятно? Да. Бес, есть ли лярвы на биополе Патриции? Да, есть. Как долго ты находился в ее биополе? Чуть больше года. Чуть больше года. Хорошо. 1 год и 2 месяца. Хорошо, реверс идет, Верочка? Да, идет пока. Идет к рептилоиду такая какая-то густая энергия, сине-зеленая. Сине-зеленая энергия. Вера, синие – это у нас глаза, а зеленое – это у нас сердце и грудь. Он сосал из сердца и глаз энергии. Но он обустроился там, и он жил там. Да, но мне понятно, что он там жил. Я просто такого садиста давно еще не видел. Ты знаешь, ты садист, ты даже перепрыгнул все возможные параметры. Я мог бы такое гуманоиду поверил бы, что он мог такое сделать. Ящер поверил бы, что могли такое сделать. Но от рептилоида я такое, честно говоря, не ожидал.
Я видел рептилоидов очень высокого уровня, генералов видел, четырехзначные цифры. Ты знаешь, даже они, у них осознанности в разы больше, чем у тебя, потому что они никогда бы такого не сделали. Ты уничтожал человека, ты уничтожал его глаза. Ты знаешь, рептилоид, я вот хочу спросить, ты увидишь что-нибудь, если я тебе в глаза вставлю под ключки? На максимальную мощность их включу. Все, что ты установил в Патриции, вставлю в тебя. Сколько ты будешь жить? Мой вопрос. Вот пока подумай. Реверс закончился. И устанавливаются фильтры с золотой сеточкой на все каналы и в порядке реверса. Патриция забирает всю чистую, светлую, божественную энергию. Обратно пошла энергия божественная и чистая. 1, 2, 3. Все, что у нее похитили, все, что у нее изъяли до последней капли, возвращает Патриция себе обратно. Она, хозяйка своих энергий, возвращает все свое себе обратно. Репта оставим, пока не вытащим все контракты. Потом вызовем Ли и спрошу. Человеческая идет энергия от него. Ой, вот ты человеческую энергию воровал. Ай, ты паразит. Ай, ты паразит рептилоид. Ты знаешь, я тебе сегодня покажу, что на тебя ожидает. Я подхожу к нему, достаю. В моих руках появляется энергия атмана. 1, 2, 3. Большой шар энергии атмана. Смотри, он так долго сидел, и они настолько синхронизировались. Что энергия, но он перенял от нее вот эту человеческую, она от него рептилоидную. И вот энергия атмана, она, ну как, неприятна ему, но она не убийственна для него. Не убийственна. Хорошо. У меня есть убийственные для него вещи. Усилим потоки. Вот рептилоидов 100 раз. До последнего микрона вся человеческая энергия возвращается назад Патриции. Готово. Отлично. И я сейчас выстраиваю канал к этой шапочке. 1, 2, 3. К Патриции. И по этому каналу забираю все чистые, светлые, божественные энергии, все частички ее души, всю живую энергию, которая может находиться в этой шапочке. 1, 2, 3. Пошла энергия назад, Патриции. Все свое забираем, все чистое назад по праву. Ну, оно что-то светлое такое, как свет вернулся. Вернулся, да? Да. Ну, отлично, хорошо. Так, переходим сейчас тогда к процедуре вытаскивания всего без. Ты сейчас выходишь и достаешь все, что ты оставил в ее биополе, и докладываешь о готовности к проверке. Снял. Хорошо, бес. Я тебе разрешаю подойти сейчас и снять все лярвы, которые находятся. Только снимай все, ничего не оставляй. Приступай и возвращайся в клетку. На горле у нее. На горле. Хорошо. Готово. Инкуб, выходи сейчас. Доставай все, что ты оставил в ее биополе. И докладывай о готовности к проверке. А знаешь, вот эта лярва, которую бес снял, да, показывает, что она как плакала, что ли, много. И вот эти всхлипы через горло, что шли, они лярвы осели. На взрыв плакала, забрались, да? Но не, ну, один раз она, то есть вот как-то, как хрипела, что ли. Вот, от, ну, досады. Понятно. От досады, от боли, от всего. Понятно, но это понятно, это их чистота. Он же сказал депресняк. Посмотри, что инкуб снимает. У него на талии какой-то ремень он отстегивает. Угу. Сурок снимает в груди. Готово. Так, я прошу инзиктоида сейчас выйти и вытащить все, что он оставил в биополе Патриции, и доложить о готовности. Все забрал. Низ живота у него был. Низ живота был. Хорошо. Так, у нас остались рептилоид. Выходишь, снимаешь все свои подключки, аккуратно снимаешь. Не повреди. А значит, рептилоида еще как пластина внутри вставлена, которую он синхронизировался с ней. Хорошо. Вишудхи она. В горле, да? То есть она синхронизировала зеленую чакру и синюю.
зеленую и синюю чакры. Это у нас сердце и горло. Это сердце и третий глаз. Или голубую да. чакру. Сердце и но... третий глаз. Да, конечно, по глазам же било. Стоит, то есть между ними голубой Да. чакры Вишудхи стоит пластина, которая синхронизирует нижнюю зеленую и верхнюю синюю чакру. Хорошо. Что он из глаз вытаскивает, меня интересует. Ну, у него провода там, и они наверх идут в голову, в верхней чакре космической. Там еще в глазах должны стоять такие же, как приспособления. Она вообще, она вот к этой маске еще подсоединена. Он от нее еще отключает. Я жду. Потом будем рассинхронизировать. Считай, сколько у Патриции сейчас энергии и какая частота вибрации? 54 и 10. 10 Гц. Ну, это вообще ничего. Очень мало. Хорошо. Он снял все. Так, рептилоид все снял, инзиктоид снял, инкуб и бес все снялись. Хорошо, сейчас я даю команду на рассинхронизацию энергии Патриции с энергиями рептилоида, инзиктоида. Патриция забирает все свои частоты. Знаешь, у нее много пустот остается после рассинхронизации. Конечно, будем все заполнять сейчас. Как ты думаешь, 15 лет такое воздействие? Готов. Так, мы здесь закончили. Я подхожу сейчас к Патриции, кладу руки на плечи и даю ей 100% энергии. Значит, 3, 1, 2, 3. Патриция получает 100% энергии. Поднимаем чистоту и вибрации до 20 Гц. Готово. Отлично, хорошо. Так, и я подхожу к Патриции, я стою рядом, кладу руки ей на плечи и помогаю ей моей энергии произвести импульс высоковибрационного шокового удара и сжечь все каналы к интерферентам на счет 3. 1, 2, 3, удар. Сжигаются все каналы к интерферентам. Готово. И открывается портал в галактическое ядро, и остатки этих каналов улетают в галактическое ядро на переработку, закрывая, печатая, растворяя. Есть. Хорошо. Так, и без, ты готов уходить? Готов, да. Бес, скажи мне еще одна вещь. В квартире ты там жил все-таки больше года. Там есть порталы у нее? Да, есть. А скольких тебе известно? Две воронки, один портал. Две воронки, один портал. Благодарю тебя за кооперацию. И, пожалуйста, больше не приходи в это биополе, мы будем его охранять. Найди себе новое место обитания. Портал мы тоже когда-нибудь закроем. И поэтому не попадайся. Все понятно? Понятно. И открывается внизу на частоте беса воронка. 1, 2, 3. И бес уходит на свою частоту. Забирает все, что он с собой принес. Закрывая, печатая, растворяясь в огненную пентаграмму. Тоже касается инкуба. Инкуб, найдешь себе новое место обитания. Больше в это тело не приходи. Все понятно? Понятно. Открывается внизу портал против часовой стрелки на частоте инкуба. Инкуб забирает все, что он с собой принес. И уходит на свою частоту. Закрывая, печатая, растворяя. Говорит, не сильно-то и хотелось. Холодная. Хорошо. Готово. Инзиктоид, ты все понял, больше в это тело не приходишь. Все понятно? Да. Открывается наверху портал против часовой стрелки. 1, 2, 3. И инкуб, инзиктоид уходит на свою частоту, забирает все, что он с собой принес, закрывая, печатая, растворяя. Есть. Хорошо, Вера, давай мы сейчас перепрыгнем сразу к процедуре контрактов. Мне важно узнать, что в этом контракте было. Хорошо, по закону свободы воли души и соглашениям, контрактам и договорам. 1, 2, 3. У меня есть договора. Хорошо, так, и договор с рептилоидом подсвечивается светом. Ты его видишь? Синим он подсветил. Синий, хорошо. Считай, пожалуйста, условия контракта. Но он... Она ему дает место, где он может пребывать. Простой, пристой, что-то такое слово идет. Пристой, да. А он ей дает благополучие. Благополучие. Ну и сколько ты благополучия ей дал, рептилоид? Он говорит, что это она знает. Хорошо, я спрашиваю, Патриция, вы знаете об этом контракте с рептилоидом? Вы заключали с ним договор какой-то?
Нет, она руками машет, головой нет. Рептилоид, мне кажется, ты меня обманываешь. Он говорит, что у тебя контракт, и ты можешь там почитать ее согласие. Ты лжец. Ладно, хорошо. Ли, я прошу тебя, а? Ли, выйди на связь. На связи. Ли, я приветствую тебя. Я никогда тебя не приглашал из-за рептилоидов, но здесь какой-то такой случай. Человек практически чуть не уже зрение потерял на физическом плане. Эта сущность сидит 15 лет в нем, рассказывает мне, что он заключил с ней контракт. Она ни о каком контракте, безусловно, не знает. Вот. Именно по степени своего вреда он превзошел всех, потому что там чисто вот живая энергия шла. Посмотри, пожалуйста, что это вообще, как мне с ним поступать? Я таких еще не видел, садистов. Она говорит, что ваше людское терпение переходит все границы, конечно. Его мы заберем, будем разбираться дальше. Благодарю, Ли, потому что мне тоже показалось, это ненормально. Она говорит, что ненормально терпеть столько. Я с тобой согласен, безусловно. Она говорит, что уровень осознания все-таки стоит еще... ожидать лучшего на Земле. Ты сейчас в общих чертах говоришь или конкретно по этому человеку? В общих чертах. В общих чертах. Я думаю, мы находимся в пределах 5% от из 100. Но они его забирают и забирают все подключки тоже. Хорошо. Отлично. Благодарю, Ли. Готово. Всю, Верочка, значит, у нас эти контракты сейчас висят. И я тогда сейчас подхожу и спрашиваю, Патриция, она готова со всеми этими контрактами, с интерферентами расстаться? Из прошлых готова, жизней? Да. Хорошо, я подхожу к ней, кладу руки на плечи и мощнейшим ударом делаю импульс энергии, он сжигает все эти контракты. Значит, 3, 1, 2, 3 удар, сжигаются все контракты, аннулированы. Готово. И открываем портал в галактическое ядро. Они улетают все в галактическое ядро на переработку в чистую первичную энергию. Хорошо. Вернемся чуть-чуть назад и поехали по частотам. Пройдемся сейчас. И подсоедини тонкую копию к источнику высоковибрационной чистой энергии, которую Патриция получает во время сна. Запроси биополе, сколько энергии нужно Патриции и какая частота вибрации максимально комфортная для ее биополя до полного восстановления и корректировки. 427. И на счет 3 в макушку головы Патриции начинает поступать 7 высоковибрационных потоков по 400% каждый. 1, 2, 3. Потоки пошли. Наполняет, усиливает. Все необходимые цвета начинают поступать. Заливает пустоты в чакрах. Полностью наполняют. Частота и вибрации поднимается до числового значения 27 Гц. Пошел подъем. Готово. Синхронизируется энергия вибрации, гармонизируется, распределяется, усваивается наилучшим образом. 1, 2, 3. Готово. Хорошо, Патриция, как вы себя чувствуете? Она сейчас очень гармонично чувствует, но пока не поняла, что происходит. Понятно, хорошо. Трансформацию не поняла. Мы сейчас убрали всех интерферентов, всех паразитов астральных, которые ей мешали жить. Нашли причину болезни глаз. И сейчас мы будем дальше работать над того, чтобы восстановить ей эти функции глаз. Хорошо. Я тогда сейчас обращаюсь к нашей дорогой Ариадне. Ариадна, с глазами мы никогда еще не работали. Будь любезна, объясни, пожалуйста, что сейчас нужно сделать Вере. А у Веры есть эта энергия, или мне надо дать открыть канал ей? Есть. Хорошо, Верочка, давай. И из твоих рук или в твоих руках формируется, посылая ее в глаза. Это больные на здоровые, значит, 3, 1, 2, 3.
Больные выходят из ее биополя и появляются новые, здоровые. Заливаем их этой излечающей энергией. И на счет три устанавливаем дополнительно на глаза. Один, два, три. Пошла энергия, формируется вокруг ее глаз и впитывается. Ну вот этот излучающий слой, получается, как сеточка, он полностью ей заходит в глазные яблоки и проходит до затылка. И знаешь, как сканер делает туда, сканер или как такая? Ну, я вижу, движение идет, да. Да, вперед-назад такими да. движениями, как нарастающий. Ну вот эти энергии есть у нее сейчас внутри. И они работать продолжают. Хорошо. А, дорогая Ариадна, что мы еще можем сделать в этом случае? Она говорит, что то есть она должна понимать важность того, что она прочитала. Манифест. Она сказала, что моя энергия абсолютно защищает меня. И дальше от кого? То есть она должна помнить и вокруг своих тел ставить... защитный фантом из абсолюта. Благодарю тебя за эту помощь, неоценимая энергии помощь. Энергии будут дальше работать. Энергии будут дальше работать, и ее состояние глаз тогда будет регенерироваться, и будем надеяться, скоро закончится у нее эта проблема, которую ни один врач в Германии не может дать объяснение. Еще она говорит, что она может представлять эту энергию. Но она получается полностью лицо, и вот до затылка проходит, возвращается, залечивает. Угу. То есть она продолжает работать вокруг глаз и отдельно, как восстанавливающий поток такой. И все эти энергии Вера может через себя, через свои руки пропускать или генерировать, правильно? Да. Ну, так Вера у нас, оказывается, электростанция, а мы даже и не знали. Целый генератор энергии. Замечательно. Благодарю тебя, дорогая Ариадна. Мы тогда дальше будем работать, если ты согласна. Она говорит, насколько она генератор, будет ясно по состоянию здоровья дальнейшему. Конечно. Но мы, честно говоря, от тебя только в первый раз тогда и услышали, когда были у тебя на медкраде, что Вера вообще лекарь. Так что и прошло всего 8 месяцев. В том направлении двигаемся или что-то можно улучшить? Критика, конечно, нас больше бы интересовала. Я не собираюсь вас восхвалять. Вас будут хвалить те, кому вы поможете. Конечно. Я просто хотела спросить, есть ли у тебя какие-то замечания? Может быть, ты что-то хотела подсказать, как лучше что-то еще можно сделать? Больше ничего. Аккуратно относитесь к лечению. Интуитивно выбирая. Интуитивно выбирая. Понятно. И следите за теми, кому помогаете. Мы всегда с ними на связи, конечно. Все, кому мы помогаем, у них есть месяц, они могут нам обратиться в любое время. Мы ничего за это у них не берем, мы им помогаем бесплатно в этом случае, делаем контроль, проверку. Но человек должен, безусловно, еще и над собой сам работать, потому что ни я, никто другой не может ему вложить этот манифест. Во-первых, так. Человек должен верить. То, что вы делаете, вы ему даете, а работать он должен сам и с энергией, и с манифестом. Абсолютно верно. Я это не устаю повторять. И у нас есть уже небольшие, но такие успехи у людей получается. Самих себя скидывать, весь негатив, то есть потихонечку какое-то движение. Хорошо. Мы будем сейчас дальше работать, если ты не возражаешь. Продолжайте. Отлично. Хорошо, Верочка. И для усвоения энергии возвращаем тонкую копию Патриции в систему биоробот-душа, заводим. Подключаем ее каждому органу, каждой клеточке, каждой извилинке головного мозга. Проходит полная синхронизация между физическим биороботом и энергетическими тонкими телами. Готово. И отключайся от объекта и перемещайся в свою комнату диагностики. Я на месте.
Thank you.